Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала, а также парфманьяки и любители парфюмерии. Это канал Fragrance Mania, канал, который посвящен парфюмерии и парфюмерному этикету. Сегодняшнее видео – это распаковка аромата от французского бренда Zadig & Voltaire, который называется This Is Him Capsule Collection. Это, в принципе, тот же аромат This Is Him, единственная разница, что упаковка и флакон оформлены немного по-другому. А с точки зрения аромата, это тот же аромат Zadig & Voltaire This Is Him. Я приобрел два флакона с хорошей скидкой. Один флакон я оставил себе для распаковки и разнашивания, второй флакон пошел к победителю конкурса, который недавно проходил на моем канале. Между прочим, победителем стала девушка по имени Евгения, и она решила остаться анонимом и решила не публиковать свою фотографию с этим парфюмом. Что ж, я уважаю ее желание. Теперь давайте я распакую упаковку, покажу, как выглядит флакон, и расскажу вам о своих первых впечатлениях. Готовы к распаковке? Я тоже. Тогда давайте начнем. Вот такая вот упаковка, написано Zadig & Voltaire, This Is Him, Capsule Collection, написано концентрация Eau de Toilette и емкость 100 мл. Теперь давайте распакуем и посмотрим. Вот такая вот коробочка, она немного шершавая на ощупь. Сзади мы видим ингредиенты, сверху мы видим логотип Zadig & Voltaire, и снизу мы видим баркод, и также написано Made in French. Теперь давайте я покажу вам, как выглядит сам флакон. Вот так вот выглядит флакон этого парфюма. От обычного Zadig Voltaire This Is Him он отличается тем, что полностью он черный и нету вот этих вот узоров. А в этом аромате, который называется Capsule Collection, есть вот такие вот узорчики. Теперь давайте я нанесу парфюм на себя и расскажу вам о своих впечатлениях. Между прочим, пластиковая крышка хорошо захлопывается, и она очень хорошо держит сам флакон, он не падает. Сверху мы видим логотип Zadig & Voltaire, и снизу есть наклеечка, которая говорит, что это Париж, сделано во Франции, и емкость 100 мл. Давайте посмотрим. Здесь пульверизатор какой-то очень низкий, скорее всего, у него очень маленький ход, но давайте посмотрим. Первый холостой, второй холостой, третий пошел. Итак, старт у аромата довольно-таки громкий и хорошо заметный. Лично я в старте ощущаю хорошо ноты черного перца и также немного дымного церковного ладана. В старте мне он очень нравится, я вообще люблю такие, знаете, немного пряные и дымные ароматы. И вот этот именно аромат вот такой в старте. Я уже должен буду разносить этот парфюм, и, скорее всего, обзор будет не совсем обычный. Я разговаривал с парнем с канала Parfum King, это Антон, и мы решили, что, скорее всего, следующий обзор этого аромата у нас будет совместный. Если вы не знаете канал Parfum King, то ссылочку на него я оставлю под видео. Вы можете перейти на канал, посмотреть видео, поставить лайки, подписаться на него. И тогда мы уже после того, как он вернется с гастролей, сделаем совместный обзор этого парфюма. И как всегда, если вам понравилось, можете поставить лайк. Также подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч. Пока! Yeah.